Это берег реки Муховец у Брестской крепости. Он привлекает большое количество любителей активного отдыха и рыбаков. Многие берут с собой не одну, а даже несколько удочек в надежде на хороший улов. Но это не только тихий участок природы. Это часть города, где располагается большое количество линий электропередач. Они хранят в себе потенциальную опасность для любителей рыбной ловли. Об этом свидетельствует и статистика. 28 августа 2022 года вблизи деревни Кулики Ляховического района при осуществлении рыбной ловли в месте пересечения воздушной линии с мелиоративным каналом был смертельно травмирован учащийся 9 класса средней школы номер 21 города Барановичи. Подросток во время рыбной ловли приблизил удилище на недопустимое расстояние к проводам воздушной линии 10 кВ. Еще один случай со смертельным исходом зарегистрирован 6 августа в Волковыском районе. Здесь погиб учащийся Гнездовского учебно-педагогического комплекса. При осуществлении рыбной ловли прикоснулся удилищем к проводу воздушной линии электропередач и был тяжело травмирован. В месте происшествия были размещены 5 знаков, запрещающих рыбную ловлю в указанном месте. В целях обеспечения безопасности при осуществлении рыбной ловли следует помнить, что запрещено приближаться и подносить посторонние предметы к проводам воздушной линии электропередачи и другим токоведущим частям электроустановок на расстоянии менее 2 метров. Поражение тока может произойти даже без непосредственного прикосновения к сети, поэтому не стоит выбирать в качестве места для рыбалки площадки под линиями электропередач. Также в преддверии летних каникул специалисты Госэнергогазнадзора призывают родителей быть особенно внимательными к своим детям. Запрещено набрасывать на провода воздушных линий проволоку либо другие предметы, открывать двери электрических и силовых щитов, двери трансформаторных подстанций, а также селфи на энергообъектах смертельно опасно. Попасть под действие электрического тока возможно даже без непосредственного прикосновения к находящимся под напряжением электрическим частям электроустановки. Проникать на территорию энергообъектов категорически запрещается. Будьте внимательны к себе и к своим близким. Забота о своей жизни и здоровье в наших руках.